Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает встреча с нашим замечательным, с нашим просто молодцом, обозревателем, комментатором, человеком, который знает все не только о спорте, но еще и об истории нашей страны Америки, с Алексеем Орловым в его программе «Моя Америка». Алексей, добрый день. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. Ну, как и рекламируется, поговорим об истории. История очень интересная. Ну, мы все с вами, конечно, знаем, что уже не первый год политики, историки, журналисты, учителя, университетские преподаватели, общественные деятели, все они занимаются перенащиванием американской истории. И, к сожалению, и к слову, внемлют миллионы. Сбрасывание памятников с пьедесталов, переименование улиц, площадей – это стало едва ли не ежедневным занятием одураченных граждан. Ну, первыми жертвами оказались политические и военные деятели Конфедерации. Они были объявленными защитниками института рабовладения. Это были президент Конфедерации Джефферсон Дэвис, генералы Роберт Ли и Томас Стоунволл Джексон. Затем очередь дошла до отцов-основателей страны, первого президента Джорджа Вашингтона, главного автора Декларации независимости и третьего президента Томаса Джефферсона, отца Конституции четвертого президента Джеймса Мэдисона. Они были рабовладельцами. В калифорнийском городе Арката, есть такой город в Калифорнии, в этом городе демонтировали по требованию индейцев памятник президенту Уильяму Маккинли. Коренные американцы назвали Маккинли, воевавшего, кстати, в армии Союза против Конфедерации, они назвали его, цитирую, «инициатором поселенческого колониализма». Нависла угроза над замечательным памятником Теодора Рузвельта в Нью-Йорке перед Музеем естественной истории. Тот из вас, кто бывал в Нью-Йорке, думаю, бывали многие, наверняка побывали в Музее естественной истории и перед входом в музей видели этот замечательный памятник. Вопрос, чем провинился президент Рузвельт? Памятник, он верхом на коне, а по бокам пешие индейцы. Это уже нехорошо. Велик перечень преступлений, скажем так, белых американцев, которые оставили след в истории. И вот редакционная коллегия газеты «Нью-Йорк Таймс» пришла к выводу. Все, что до сих пор сделано, это любительство, потому что бойцы разрознены, их действия не согласованы. И «Нью-Йорк Таймс» — это флагман либерально-прогрессивных средств массовой информации. Газета решила поставить дело на профессиональную основу. В воскресенье 18 августа газета обнародовала программу 1619. Цель программы – рассказать стране то, чего она до сих пор не знала. А именно, всему, что у нас с вами есть сегодня, мы обязаны чернокожим. Кто знает, что являла бы сегодня собой Америка, если бы не вклад афроамериканцев едва ли не во все области жизни. И чтобы ни у кого не возникло вопросов о названии программы 1619, ее авторы дали ответ на обложки воскресного приложения к газете журнал New York Times Magazine. Весь журнал с первой обложки до последней посвящен внедрению афроамериканцев, их участию в создании Соединенных Штатов. Вот что мы читаем на обложке. Я читаю все, что есть на обложке. В августе 1619 года на горизонте, поблизости от Point Comfort, порта английской колонии Вирджиния, появилось судно. На нем было более 20 порабощенных африканцев. Они были проданы колонистам Америки еще в то время, когда Америка еще не была Америкой. Но это был момент, когда Америка началась. В стране, которая сформировалась, не было ничего,
что не было бы не затронуто последовавшим 250-летним рабством. В 400-летнюю годовщину этого рокового момента пришло, наконец, время правдиво рассказать нашу историю. И вот «Нью-Йорк Таймс» берется правдиво рассказать нашу историю. Главный редактор журнала, господин Джейк Силверстайн, он автор первой статьи, он провозглашает. Ошибается каждый, кто уверен, что Соединенные Штаты Америки родились 4 июля 1776 года. Истинное рождение, я цитирую Силверстайна, истинное рождение, конец августа 1619 года, когда Вирджинию доставили, цитирую, груз от 20 до 30 порабощенных африканцев. Таким образом, дамы и господа, если вы ведете отсчет нашей страны 4 июля 1776 года, когда была провозглашена Декларация независимости, вы с точки зрения «Нью-Йорк Таймс» ошибаетесь. Отсчет следует вести с августа 1619 года. Итак, журналисты этой замечательной газеты взялись, цитирую, правдиво рассказать историю. Что ж, дамы и господа, обратимся к истории и начнем с утверждения авторов программы. Цитирую, что написано в программе. В стране не было ничего, что не было бы не затронуто последовавшим 250-летним рабством, и почти все, что сделало Америку исключительной страной, выросло из рабства. Это цитата. Это, мягко говоря, дамы и господа, противоречит фактам. Ну, если бы говорить строже, это искажение фактов. Ну, а если говорить как мужчина с мужчиной, это утверждение – откровенная ложь. Давайте обратимся лишь к нескольким не вымыслам-домыслам, а фактам, которые доказывают безо всяких «но» и «если», что в течение двух с лишним столетий существования института рабовладения в Америке было создано кое-что, что не имело абсолютно никакой связи с африканскими рабами. Мне хочется верить, дамы и господа, хочется верить, что авторский коллектив газеты «Нью-Йорк Таймс» осведомлен об имевшем месте в 18 веке существовании Бенджамина Франклина. Должны знать, кто такой, ну хотя бы потому, что портрет Франклина украшает 100-долларовую банкноту. Велик перечень изобретений Франклина. Вот некоторые. Молнии и отвод. Бифокальные очки, прекрасные очки, дамы и господа, я пользуюсь бифокальными очками. Кресло-качалка, печь Франклина, буржуйкой ее называли, стеклянная гармоника. Франклин основал первую в Америке публичную библиотеку. Он основал Филадельфийский университет, ныне это Пенсильванский университет. Франклин изучал течение Гольфстрим, дал ему название и нанес на карту. Он был писателем, журналистом, издателем, дипломатом. Бенджамин Франклин был избран членом многих академий, в том числе Российской академии наук. Франклин прожил долгую жизнь с 1706 года по 1790. На протяжении всей его жизни в Америке, сначала колониальной, а затем свободной, существовал институт рабовладения. Но все деяния Бенджамина Франклина ни в коей степени, ни в малейшей не связаны ни с черными рабами, ни со свободными черными. Я догадываюсь, дамы и господа, почему журналисты «Нью-Йоркской газеты» считают нужным игнорировать существование Франклина. Ну, во-первых, журналисты не считают 4 июля 1776 года днем основания Америки, а Франклин был одним из соавторов Декларации независимости. Во-вторых, Бенджамин Франклин участвовал в 1787 году в создании Конституции, которая, по мнению либералов-прогрессистов, закрепила институт рабовладения. Не только Бенджамин Франклин опровергает утверждение, что без участия афроамериканцев Америка не стала бы исключительной, необыкновенной, необычной страной, не похожей ни на одну другую. Я назову еще несколько белых американцев,
деятельность которых проходила в стороне от института рабовладения, которые увековечили свои имена изобретениями, которые были сделаны до ликвидации института рабовладения. Этот институт был ликвидирован 13-й поправкой Конституции в 1865 году. Вот некоторые. Роберт Фултон в 1807 году по реке Гудзон совершил плавание, изобретенный им пароход. Сэмюэль Морзе в 1836 году аппарат Морзе передал по телеграфу специальный код, азбуку Морзе. Айзек Зингер в 1850-м он запатентовал швейную машину. Элиша Отис в 1857 году в Нью-Йорке был установлен первый пассажирский лифт, подъемник его конструкции. Лифты Отиса и сегодня существуют в новых домах. Дамы и господа, давайте не забудем Уолтера Ханта. Этот господин получил в 1849 году патент на безопасную булавку. Ну, казалось бы, мелочь. Всего лишь булавка, это не пароход, не лифт, но в быту почти незаменимо. Безопасную булавку часто называют английской, но изобрел ее уроженец города Нью-Йорка, американец Хант. Изобрел без участия нью-йоркской общины афроамериканцев. И во все годы после ликвидации института рабовладения главный вклад в жизнь страны вносили почти исключительно белые американцы. Давайте обратимся хотя бы к последним десятилетиям, когда черные американцы стали, благодаря программам позитивных действий, более равными в сравнении с белыми. Я прибегаю к терминологии животных в романе Оруэлла «Скотский хутор». Итак, мы с вами не можем представить сегодняшнюю Америку, да и весь мир не может представить, без Microsoft, без Apple, без Amazon и без Google. Отцы-основатели этих компаний – белые американцы. Билл Гейтс и Пол Аллен не прибегали к созданию Microsoft – в 1975 году к услугам чернокожих соотечественников. В 1976 Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн выдали первый Apple без участия афроамериканцев. Джефф Безос запустил Amazon в 1994 году в одиночку. В 1998 Сергей Брин и Ларри Пейдж вдвоем родили Google. Сегодня в этих четырех компаниях заняты сотни тысяч, люди разных народов, рас, вероисповеданий. Все они обязаны своей работой гению белых американцев. Вероятно, это не по душе авторам программы 1619, но это факт. И, дамы и господа, объявив, что, цитирую, «пришло, наконец, время правдиво рассказать нашу историю», эти люди в «Нью-Йорк Таймс» утверждают, что Америка, цитирую, «началась в тот самый августовский день 1619 года, когда порабощенные африканцы были проданы колонистам английской колонии Вирджиния». Правда ли это? Непреложный факт. Английские пираты захватили португальский корабль, на борту которого были негры, приобретенные в Западной Африке. Португальцы направлялись в свою американскую колонию Бразилию, чтобы продать живой товар. Англичане перехватили товар и доставили в Пойнт Камфорт, поселение колонистов на берегу океана. Ныне это район города Хэмптона. Колонисты не могли купить африканцев как рабов, не могли. Потому что созданная англичанами в 1607 году колония жила по английским законам. Рабовладение в Англии не существовало с XII века. К тому же, купленных в Африке чернокожих обычно крестили и давали им христианские имена до погрузки на рабовладельческие суда. Английские обычаи не позволяли заключать христиан в рабство. Утверждая, что в августе 1619 года африканцев продали колонистам как рабов, «Нью-Йорк Таймс» повторяет многократно сказанное и написанное, но это неправда.
африканцы были проданы в Вирджинию не как рабы, а как наемные слуги. Между рабом и наемным слугой существовала большая разница. Наемный слуга поступал в распоряжение хозяина обычно на срок от 4 до 7 лет. Он был обязан выполнять абсолютно все, что от него требовали, и этим он не отличался от раба. В наемные слуги обычно записывались люди, у которых не было иных возможностей существовать. Часто наемными слугами становились попавшие в долговую кабалу. Некоторые подписывали контракты. Безграмотные, разумеется, не подписывали. Африканцы, конечно, не подписывали. Когда в августе 1619 года они были проданы английским колонистам, в Вирджинии уже работало около 1000 белых наемных слуг. Большинство англичан, но были белые из других европейских стран. Положение черных наемных слуг ничем не отличалось от положения белых наемных слуг. И черные, как и белые, не только получали свободу по истечении срока контракта, но и могли приобрести землю, а также наемных слуг. То есть могли превратиться из рабов в рабовладельцев. И некоторые превращались. Многие книги по истории колониальной Вирджинии рассказывают о негре Антонио Джонсоне. Антонио Джонсон родился в Анголе, был пойман враждующим племенем, продан арабским работорговцам. В 1621 году его привезли в Вирджинию, и он стал наемным слугой у белого плантатора Беннета. Через два года, в 1623, Джонсон женился на негритянке Мэри, приехавшей из Англии и поступившей как наемная слуга в услужение Беннету. Когда он и она освободились, Антонио взял имя Энтони. Энтони Джонсон стал преуспевающим фермером. В 1651 году он владел 250 акрами земли и 5 наемными слугами, 4 белыми и 1 черным. Джонсоны перебрались из Вирджинии в Мэриленд, где взяли в аренду сроком на 99 лет 300 акров, и они занялись табаководством. Фермерами были их дети и их внуки. В 1730 году следы семьи Джонсонов исчезли из официальных архивов. Многолетний профессор истории в университете Мэриленда Айра Берлин, к сожалению, уже покойный, он опубликовал в 1974 году фундаментальный труд «Рабы без хозяев. Свободный негр на довоенном юге». Национальное историческое общество признало книгу лучшей по истории в 1974 году. На основании сотен документов профессор Берлин исследовал положение негров в Южных Штатах со дня, когда в Вирджинии появились первые африканцы и до гражданской войны. В 13 английских колониях, которые стали штатами, тысячи и тысячи африканцев были свободными, и у некоторых были, как у Энтони Джонсона, наемные слуги. Согласно переписи населения, проведенной в 1790 году, мы с вами знаем, каждые 10 лет, согласно Конституции, проводится перепись населения, следующая будет в 2020. Так вот, в 1790 году в Вирджинии жили 12 776 негров без хозяев. Это 4,2% от общего числа чернокожих. В 1800 году в Вирджинии жили без хозяев 20 124 негра, 5,5% от общего числа. Ну, конечно, не у каждого свободного негра были наемные слуги. Итак, в 1676 году жители Вирджинии, 1676 год, подняли восстание против губернатора колонии Уильяма Беркли. В рядах восставших плечом к плечу сражались белые поселенцы, свободные негры и наемные слуги, белые и черные. Восстание было подавлено пришедшими из Англии военными кораблями. Союз наемных слуг европейцев с африканцами убедил власти колонии принять законы, которые исключали подобные союзы.
Правда, отношение к чернокожим стало меняться еще до восстания. Восстание, кстати, вошло в историю по имени ее руководителя Даниэля Бекона. В 60-е годы вступали в силу законы, которые ограничивали права свободных негров, а официально закрепил рабовладение Вирджинии, принятый в 1705 году колониальным собранием свод законов The Virginia Slave Codes. Черным запрещалось иметь оружие, запрещалось владеть белыми слугами. Черный не мог судить белого, как, например, в 1654 году Энтони Джонсон судил белого соседа. Негры, привезенные из нехристианских стран, не могли быть христианами. Свод законов 1705 года создал в Вирджинии официальный барьер между белыми колонистами и черными слугами, ставшими бесправными рабами. Но не Вирджиния, дамы и господа, была первой колонией, которая закрепила рабовладение законом. Первой был Массачусетс в 1641 году. Созданный пуританными поселенцами суд принял свод законов, названный «Корпус свобод» – «Body of Liberties». Законы защищали все возможные права поселенцев, в том числе индивидуальные права. Но Массачусетский союз законов о свободе законодательно закрепил рабовладение. Вопрос, может быть, автором программы 1619 следовало начать годом рождения Америки 1641 год. Руководители журналистского корпуса газеты «Нью-Йорк Таймс» затеяли реконструкцию истории страны, чтобы покончить с любительством либерально-прогрессивной общественности, которая толкует те или иные исторические события на свой лад. Любителей следовало заменить профессионалами, которые рассматривают любое событие в истории страны через расовую призму. Профессионалы считают, расизм – это база, фундамент американской исключительности. Программа 1619 преследует две цели – ближняя цель и дальняя. Ближнюю изложил главный редактор газеты «Нью-Йорк Таймс» афроамериканец Дин Бакет. 12 августа этот господин собрал ведущих журналистов газеты и объявил, что должно быть главной темой в дни, недели и месяцы, которые предшествуют президентским выборам. Главный редактор Бакет выступал за закрытыми дверями, но сказанное им предназначалось только сотрудникам газеты, только то, что он говорил. Однако кто-то из присутствовавших записал все выступления, не только выступления босса, и собрание за закрытыми дверями получило широкую огласку. Бакет выразил сожаление, что главная тема газеты 2,5 лет предшествующих лет, тема сговора Дональда Трампа и России, не сработала, потому что не удалось подвести президента под импичмент. «Нам следует перегруппироваться», — сказал главный редактор. «Расовая тема теперь будет главной». Темой расизма займутся все подразделения газеты, уже занимаются не только отдел новостей, но и научный отдел, финансовый отдел, культурный отдел, спортивный отдел, все. Тема расизма, уверен главный редактор «Нью-Йорк Таймс», позволит решить задачу, которая не решила тема сговора. Трамп будет убран из Белого дома. «Нью-Йорк Таймс» и многие другие либерально-прогрессивные средства массовой информации обвиняли Трампа в расизме задолго до созванного Бакетом закрытого редакционного совещания. Но это были спорадические, нерегулярные статьи, комментарии, репортажи. Теперь, с выходом в свет программы 1619, тема расизма становится регулярной, и она уже стала одной из главных в выступлениях демократов. Президент на номинацию кандидатом в президенты, бывший техасский конгрессмен Бето О'Рурк, объявил на встрече с избирателями: «Расизм лежит в основе Соединенных Штатов Америки». На следующий день после публикации программы нью-йоркская конгресс-вумен комсомолка Александрия Окасия-Кортес назвала коллегию выборщиков, цитирую комсомолку,
расистской аферы, поскольку практически все ведущие политики-демократы черпают идеи для своих выступлений в газетных и телевизионных комментариях, следует предположить, обвинение Трампа и республиканцев в расизме станет центральным в избирательной кампании. Будет ли достигнута цель, поставленная главным редактором «Нью-Йорк Таймс»? Ответ мы получим в первый ноябрьский вторник следующего года. Но свержение Трампа и завоевание демократами обеих палат Конгресса – это ближняя цель. Программа 1619 имеет и цель дальнюю. И эта цель, на мой взгляд, дамы и господа, более опасная. Журнал The New York Times Magazine, который запустил программу 18 августа, объявил, это историческая программа для изучения в школах. Она поможет учителям и студентам узнать и понять историю Америки. В изучении истории Америки в школах следует делать акцент на расистскую сущность Соединенных Штатов Америки. 28 августа эту цель развела газета «Washington Post», идеологическая сестрица нью-йоркской газеты. В пространной статье 2670 слов, громадная статья, она называется так «Преподавать правду об Америке». Газета пишет, цитирую, «Говорить в американской государственной школе о рабстве с давних пор не удается. Многие учителя чувствуют себя плохо подготовленными, и большинство учебников скользят по поверхности». Газета приводит в пример преподавателей истории, которые делают акцент на роли расизма в формировании нашей страны. Таких учителей пока недостаточно, но вот когда таковых учителей станет большинство, цель программы 1619 может быть достигнута. Мальчики и девочки начнут усваивать со школьной скамьи, что они живут в стране, основанной белыми расистами. Расизм проник во все сферы общества и до сих пор не жит. Дамы и господа, 1619 год действительно важный в истории Америки. В этот год в английской колонии Вирджиния произошли два события, которые не имеют никакого отношения к покупке белыми колонистами черных африканцев. И поэтому эти события даже не упомянуты в программе 1619. Одно из этих событий отметил 30 июля президент Дональд Трамп. Что это за события? О каких двух событиях идет речь? Дамы и господа, об этом я вам расскажу ровно через неделю. На этом я ставлю точку в монологе, будет небольшой перерыв на рекламу, после чего я с удовольствием присоединяюсь к разговору с вами. Уважаемые дамы и господа, мы продолжаем программу Алексея Орлова «Моя Америка». А в этом сегменте, как вы уже слышали, Алексей согласился принять ваши звонки, ну и, конечно же, выслушать ваше мнение, если оно лаконично. А номер телефона в студии 847-400-5200. Алексей, у нас все линии горят, так что давайте попробуем ответить на вопросы. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый день. Алексей, скажите, пожалуйста, вот очень печально то, что вы рассказали. И мне кажется, что это, к сожалению, неизбежная наступающая реальность. И меня удивляет то, что... меня не удивляет активность демократов. Они поставили цели захватить полностью власть в нашей стране. Но почему мы не видим противостояние наших консерваторов? Почему нет среди наших консерваторов таких активных людей, как Авария Кортес, которую вы критикуете? Да, она, мы ее все не любим, но она же добивается успеха со стороны демократов. Они ее и поэтому выдвинули на эту должность, скажем так. А почему, к сожалению, нет среди нас таких, как она? Спасибо. Вы знаете, Янку, эту программу, которая опубликована в New York Times Magazine 18 августа, ну, во-первых, она раскритикована уже
многими прореспубликанскими и консервативными средствами массовой информации. То есть я в данной ситуации не открываю Америки. Это первое. Второе. Республиканцы, по-моему, впервые начинают активную борьбу с левыми журналистами. А именно, начинается республиканцами, консервативными организациями расследованием соцсетей, на которых размещают все журналисты какие-то свои послания, разговоры. И в том числе уже пойманы несколько журналистов, в частности, корреспондент «Нью-Йорк Таймс», который в своих твиттерах и в других местах, в социальных сетях, проявил себя как абсолютный антисемит. Значит, к сожалению, это только начинается, потому что левая публика старается обвинить республиканцев во всем, что было 15, 20, 30, 40 лет назад. Так сказать, раз было, неважно, не отмахивайтесь. Республиканцы до сих пор почти что ничего в этом отношении не предпринимали, теперь начинают предпринимать. Теперь программа, которую собирается, уже начинает пропагандировать «Нью-Йорк Таймс», и не только «Нью-Йорк Таймс», она не столько партийная, хотя, конечно, она поддерживается, естественно, демократами, левыми, социалистами, сколько эта программа рассчитана на одурачивание среди американского населения, начиная со школьной скамьи. Неважно, кто будет в Белом доме, неважно, кто будет в Конгрессе, республиканцы, демократы, еще кто-то, но если со школьной скамьи большинство американцев будут считать Соединенные Штаты российской страной, основанной на расизме, и расизм еще не изжит, вот что может привести к, скажем, называя вещи своими именами, к изменению характера страны, в которой мы живем. Вот что страшно, дамы и господа. Мы все, многие из нас приехали из Советского Союза, тот, кто приехал из постсоветского Союза, все равно знает, что в Советском Союзе, когда из истории вычеркивались десятки, а может быть сотни имен. Опять-таки, возвращаясь к этой программе, никогда американский учитель, американский профессор не станет приписывать, скажем, изобретение Microsoft или изобретение Амазона, скажем, афроамериканцам. Этого не будет. Но пройдет 30, 40, 50 лет, просто из памяти будут вычеркнуты люди, которые создавали эти компании для того, чтобы будущие поколения понятия не имели, что эти компании созданы белыми американцами. Дамы и господа, я учился в советской школе. Когда я учился в советской школе, писателя Достоевского не существовало. Не существовало, естественно, писателя Булгакова. Не существовало писателя Платонова. То же самое, не существовало академика Вавилова. Не существовало политических деятелей. Никто не говорил, что их не было. Их просто не упоминали в школах и в университетах. То же самое произойдет, если эта программа будет внедрена во всех школах и, естественно, в университетах. То же самое произойдет с американцами. Они просто-напросто не будут знать историю своей страны и будут приучены с детских пор, с детских лет, что страну основали расисты. Вот что страшно. Дело не только в партийности, а в том, что ждет страну вообще, вне зависимости от того, какие партии будут ею управлять. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день. Добрый день. Вопрос такой. Вот Африка освободилась от гнета белых колонизаторов. Можно назвать хоть одну страну африканскую, которая не только рванула вперед прогресс, но хотя бы осталась на том же уровне? Это первое. Второе. В какую африканскую страну переехали высокие технологии? Ну, те, которые переехали в Юго-Восточную Африку, Азию. В Африке, по-моему, таких нет. И третье. Компактное проживание черного населения, будь то в Европе, будь то в Америке, по-моему, как-то отличается,
от окружающей обстановки. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, я не защищаю колониализм нисколько, но я думаю, разрешите предположить, что если бы африканские страны оставались колониями, колониями в современном понимании, никто не требует унижать, оскорблять, я не знаю, преследовать человека по цвету кожи, скажем. Но если бы они по-прежнему оставались колониями, чтобы там управляли Англия, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, ничего бы не случилось. Более того, резня в Африке между племенами началась после того, как ушли колониалисты, колониалисты-империалисты. Это первое. Второе. Я не знаю ни одной африканской страны, в которой, ну, я просто этого не знаю, это не значит, что этого нет, в которой применяются высокие технологии. Теперь, если мы обратим внимание на Южноафриканскую республику, это была одна из самых развитых стран. Опять-таки, апартеид – это плохо. Ну, это ужасно. Когда преследуется или унижается кто-то по цвету кожи, это плохо. Но вот Южная Африка обрела независимость, то есть независимость. Она была независимой страной, она была доминионом Британской империи, она обрела независимость, имеется в виду, что покончено было с апартеидом. Сегодняшняя Южная Африка – это страна, в которой преследуются белые. Более того, когда американские черные, масса фактов, приезжали туда, сейчас уже, по-моему, не приезжают, помочь в чем-то, от них отмахивались, они были не нужны совершенно, потому что это люди американские черные, это люди из другого мира, они привыкли жить в демократической стране, привыкли к каким-то законам, которые соблюдаются, то, чего не было в Южной Африке, когда при апартеиде, а когда пришли к власти черные, окей, белые бегут из Южной Африки. Вот к чему привело окончание апартеида. Повторю еще раз, я против апартеида, но когда к власти пришли люди, связанные марксисты с Москвой, ну, мы знаем, кто после... Ну, Мандела был террористом, называя вещи своими именами, так сказать, окей. Террор – путь к победе. Пришедшие ему на смену люди, они все с корнями в московских КГБ и прочих организациях. Что хорошего могло быть? Так что, отвечая на ваш вопрос, я против угнетения черных, как и против угнетения белых, но всего... Колониализм в том виде, в каком он существовал в 19 веке или 18, он в 20 просто-напросто существовать не мог. И если бы эти африканские страны остались по-прежнему под властью европейцев, то для них было бы, для их народов было бы только лучше. Спасибо большое, Алексей. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Уважаемый Алексей, мне кажется, это как раз тот случай, когда держи вора, громче всех кричит вор. Российская партия обвиняет всех вокруг нее в расизме. И к тому же еще партия Ку-клукс-клана. Вот в связи с этим у меня возникла такая идея. Если Трампу через свой твиттер, так сказать, образовывать американцев. У него миллионы подписчиков, и вот он небольшими порциями выдавал бы историю этой партии, так сказать, в информационное пространство. Может быть, это как-то бы, ну, и предупредил об этом заговоре «Нью-Йорк Таймс». Могло бы это помочь, так сказать, победить ему в следующих выборах? Как вы считаете? Спасибо. Ну, во-первых, я не смешиваю историю, то, что было с выборами 2020 года. Так сказать, с моей стороны, это две совершенно разные темы. Теперь, я живу в Северной Каролине. Это южный штат, дамы и господа. Причем в тех местах, где я живу, преобладает белое население. Ну, есть, конечно, черное, но преобладает белое. Значит, в паблик-школах, я подчеркиваю, в паблик-школах, не в частных, у нас много частных школ и религиозных, христианских, и частных светских школ.
ну, в пабликску, идет наступление на Трампа как только можно. Я просто знаю от живых людей, у которых дети учатся в американских паблик-школах в Северной Каролине. Твиты Трампа, мне трудно представить, чтобы они помогли кому-либо. Помогли, скажем, в преподавании истории. Ни в одной американской школе не говорится, что Ку-клукс-клан организован демократической партией, демократы. Более того, никто не в одной школе не говорится, что во время Джим Кроу, это когда белые заправляли южными штатами уже после гражданской войны, это все были демократы. Вы не встретите учителя в современной паблик-школе, который бы об этом говорил. Опять-таки, если какой-то ученик задаст вопрос, то, видимо, учителю придется на этот вопрос отвечать. Но если никто вопросов задавать не будет, то человек выйдет из школы абсолютно уверенным, что Ку-клукс-клан связан с республиканской партией, что то, что творилось на юге в 30-е, в 40-е годы, ну, с конца 19 века до 50-х годов 20 века, опять-таки в этом повинны республиканцы. Вот чему учит современная школа. Твиты Трампа вряд ли могут что-либо исправить, что-либо поправить в этом отношении. Кстати, громадное количество американцев, особенно в тех местах, где я живу, я не говорю большинство, но очень многие, родители считают, что дети должны получать образование дома. Это есть и плюсы, и минусы. Скажем, с моей точки зрения, есть большой минус. Ребенок должен расти в коллективе. Это мое мнение, со мной можно не согласиться. Но то, что родители не хотят, чтобы их детей оболванивали со школы, это факт. И дети получают образование дома. Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое. Принимаем последний звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Еще один случай из Африки, это Зимбабве, в которой была процветающая страна и было сельское хозяйство, которое кормило всю Африку. Когда выгнали буров, то после этого сейчас весь мир кормит Зимбабве. И на второй вопрос, второй случай. Сейчас наша новая мэр Лайтфуд, после праздников, в которых было убито черти сколько человек в Чикаго, и было очень много ранено, рекорд поставили. Обвинила в этом республиканцев, которые не правят Чикаго уже сотню лет, обвинила республиканцев в том, что происходит такое насилие. Как вам это нравится? Окей. Это в последний уикенд в Чикаго, насколько я знаю, было убито 7 человек, в основном, по-моему, черные. Нам показывали фотографию мальчика, который должен был пойти учиться в хай-скул, в 9 класс. Ну и, по-моему, полтора десятка или даже больше ранены. В основном это черные. Это, кстати, к разговору о том, что нужно сделать все возможное, чтобы трудно было купить оружие. Тем, кто убивает в Чикаго, им наплевать, совершенно наплевать на законы. Какие законы? Да. Они приобретут оружие где угодно, я не знаю, так сказать. На черном рынке, из-под полы украдут, еще что-то. Убийц, преступник всегда получит оружие. Любые антиоружейные законы направлены на людей, которые выполняют законы, на законопослушных граждан. И, дамы и господа, я приближаюсь к концу. Я расскажу, что будет через неделю. Нас всех учили в школе, в американских, да, о том, что День Благодарения... Первый день благодарения на территории будущих Соединенных Штатов был в 1621 году в Массачусетсе, куда прибыли пуритане. Это ложь. Первый день благодарения был отмечен в Вирджинии на плантации Беркли в 1619 году. Тот самый год, когда продали афроамериканцев. Окей. Значит, ровно через неделю я буду говорить о двух событиях, которые произошли в Вирджинии в 1619 году, но которые не учитываются программой «Нью-Йорк Таймс»
1619. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами через неделю. Всего хорошего и будьте здоровы. Будьте здоровы, Алексей, и вам всего хорошего. Услышимся на следующей неделе. До свидания.